Всем доброго вечера. У нас без 26, а как мы знаем, ужинать принято до 6 часов вечера, чтобы ненавистные килограммы не посетили нас по ночам, да? Здесь лепешка, такие лепешки. Мама готовила, по-моему, с луком. Беру одну лепешку, хлеб не буду. Здесь вкусный, замечательный, чудесный салатик из картофеля. Картофель отварной. Фасоль мелкая, консервированная. Майонез домашний. Шпроты. Ты взял лепешку? Они уже чашки. Гороховая каша. Они же вчера не были, а тут не они такие уж. Сало. Сало домашнего приготовления. Блин, не садила. Он сладковатый, наверное, вот этот салат. Я не пробовала. А здесь апельсины и морковка. Апельсинка с морковкой. Надо будет спросить у Алисы завтра, что у них погода будет. Не у Олеси, а у Алисы. У Алисы, я говорю. А ты у Алисы? А то выходные, никто нам погоду не говорит. Просто? Перемешал салат-то, надо было перемешать, вот тут это хорошо. А что погода, ну? Ну, мне надо яиц купить, съездить. Одеваться теплее или не одеваться теплее. Да, конечно, одеваться. Ну, какая разница, как это, сейчас все равно холодно. Вкусный. Здесь ну, еще лимонный это сок. Перемешаю. Нет, вот это тут перемешаю. Что-то 10 ложек у нас. Да зачем каждом, нормально? Каждый мы там. Каждый чашки, ложки. Ложки. Вот было. Ешь. Да. Можно еще подсолить, можно не солить. Не надо солить. Лишняя будет. Много соли вредно. Нести бутик еще. Пакетика. Там еще этот супетит, капуста. Хлеба нужно. Сейчас покушать и все. А? Сейчас поесть. А что ты не застегиваешь эту? Я что, пуговицы нет? Да есть, просто удобно так. Я был в аптекарском саду. Аптекарском? Да. И что там? Много растений? Нет. Аптекарский огород, ботанический сад под присмотром Московского государственного университета. Угу. Что турово-то? Если прям зайти, прям самым первым, занять очередь, ну, купить билеты, там все онлайн. Там еще очередь есть, да? И все, вон, там друг на друге сидят через час. Ну как? Там ползут со всей округи. Так а там или покупают, или смотрят, или что? Там различные растения посажены. Различные цветы и травы. По площади. Оранжереи, тропики. По площади, наверное, большой, да? Ну да, большой. Ну не сильно, но большой.
Интересненько. Интересненько. 150 хвойных. Кого? 150 сортов хвои. Ооо. Угу. Ничего себе. Это можно целый день там ходить. По времени там вообще. Есть там только большой минус. При огромной проходимости не протолкнуться потом в будущем разукупочку. Там всего 3 пластиковых туалета. О, ну там тоже. В одном углу, там к которому не подойти. Там большой бак. Поднимаешься и там все вот это. Огромная проходимость, куча денег и не могут. Я потом отзывы-то почитал, люди жалуются, что, ребята. Ну, конечно, да. Не знаю. Сделали бы, конечно, чтобы людям удобно было. Все равно куча цены, это все. Да легко, там проходимость современная. На Воробьёвых не были? Игорь, на Воробьёвых горах был? Не знаю, кто нем. А? Не знаю. Не знаешь, где был? Ты даже не знаешь, где был? Где я был? Где-то был. Ой. Не знаю, где ты был. Потом. Ролики все равно выпустишь. Выложишь. Да, холодно. Конфискат интересный смотрели. Даже конфискат есть? Ну там где-то это в другом месте, да? Не скажу где. Много, да. Да. Там давно уже везде деревья, цветы пораспустились. Но у нас ни одна почка здесь. Все зеленое. Магнолии уже цвели. Видели когда-нибудь, как цветут магнолии? Трава тоже зелененькая уже. Ну, она вот как 10 сантиметров как вылезла, так и уже 2 месяца стоит. И ни почем, ни погода. Зелененькая, да зелененькая вылазит. Да, Василич? Василич, он что-то задыхает. Ты опять ходил курить? А что, это самое, а погода у нас соответствует Сибири? Да. Сибири соответствует. Да. И то рано по зелене была хоть трава. Да ну? Ну как да? Ну, как? Да не да ну. Не рано, Вова. Не... Само то, оно прямо само это. То. Как тут да нам сейчас кажется, а возьми 40-50 лет назад. Да конечно, откуда ты знаешь? Еще сугробы были. Сугробы были. Да я ходил в соседку. Да здесь откатывал. Не было сугроба больших. Господи, знаешь, было. Год было, когда моря не было, то иногда вообще зима, а снега не было совсем мало. Иногда было, был снег такое. Падал.
Было и такое, да. Было. А было это самое, бабушка что-то не пришла, соседка. Идешь к ней, а у нее дверь полностью снега. Ну, это, знаешь, где-то в деревнях, в Красноярском крае, да. Здесь, большие я тебе говорю, здесь у нас, где ты живешь. Там у нас тут откуда, у нас... Куда, восьмая, шахта где? Вообще, вот. Наша местность, Хакасия, она все выдувается ветрами. Ветра у нас, потом да. Потом сделали вот Красноярское водохранилище, и все. Лето не лето, зима не зима. Да ну, у нас так и было всегда. Так что... Было. Ты съел эту? Я тебе дала. У тебя еще одна конфетка осталась. Тогда сядь туда. А? Сядь тогда туда. Не хочу. Я хочу деть посидеть. А я ем. Все. Садись вон туда на стульчик. Посидишь. А у него это дырточку. Чтобы продувало тело. Не потело. Да? Он замерз. Так ты, если замерзаешь, одевай нас. Вот я замерзла. Полы сейчас холодные. Мы с Игорем в теплых носках ходим. А тебе, пожалуйста, можно теплые носки одеть, кофту одеть. Или рубашку теплую одеть. Потому что носите. Окошко открыто. Носите. Окошко, а кто его открывал? Ну, там приоткрыто. Где? Там было. Закрыто все. Игорь. Я выходил. Ну, посмотри, там все закрыто. Да. Так что у меня все везде закрыто. Я вот думаю, через часик тыну надо включить, будет, чтобы погрелось. Да, надо. А что ты это самое говоришь, конфискат смотрели? А конфискат какой? Ну, там на какую разные, тему? Наверное, да? Животных экзотических. Редких. Животных? Конфискат? Угу. А что, конфискат их? Ну, которые перевозят в этих маленьких емкостях, пробирка. Ну, это могут что, сорта рыбы, вот это, птицы. Ну, да, скоропорт тебе кто-то туда будет показывать. Кого? Да он говорит, сорта рыбы. Я говорю, кто ж тебе скоропорт-то будет показывать, Вова? Макеты долго сделают, сейчас с силиконом все делают. Вода пусти будет как живая. Вот эту рыбку, это икрой, или вот икра. Вот это вот, с этой икры вырастает такая-то рыбка. Вот. Да. Вот орел. Это орел, самое. Орел. Яс. Этот копчик. Да, орел это. Это не конфискат, это браконьер. Отец, да. За вашего орла большие деньги не заработать. Такую, это не то. Это не настоящая экзотика. Ну, экзотика, он это приезжает с Эмиратов сюда специально. Я знаю. Ну, это сами. Браконьеры, да. Я знаю. Не браконьеры это. Потом браконьерством занимается, а не. Знаешь, это правда, что это не редкое. Это не редкое, это не то, что... Ну как нередкое, по запретению да, это не редкое. В Красной книге находится. Ну и что, там ну, много как, чего в Красной книге. Есть такие существа, которых ты никогда не видел, даже по телевизору. Угу. Да мне не надо видеть. А что не надо? Интересно же посмотреть, сколько прожили и не видели. Мы много чего не видели. Голова лопнет от этого. Никого не видели. Голова лопнет. Что мы не видели. Я потом сделаю отдельный ролик. Все выложу чисто. Посмотреть. Ну, я думал, оружие. Ой, тебе лишь бы вся эта... Ой, тебе... да, оружие. Вова, в мире не хватает никого... этой ерунды. Знаешь, оружие сейчас никогда... Давайте эту тему не будем. Не все. Удивишь, да. Ну да, не удивишь. Ну все, хватит. Что, используют это самое. Пользуют. Да, применяют.
Рогатку используют. Палку. Срединочка. А вот рогатка, она срединочка. Лучше этого самого. Как раньше это в школе. Ну, рогатки, правда, не это, а слюнявили. А что, были, промокашку, да. У нас и рогатки. Кидали. Это мое. Да? Это ваше. В общем, на данный момент, вот в Ратьеводу, где-то в государстве, полицейские и на вооружение им выдали рогатки. И вот этими рогатками, ну не камушек, ну можете потом после камеры камушек ложат и стрелять. Это а так, где-то в этом. О, потише там он все это. Рогатка у них в кармане всегда. И это самое. Защита от обезьян. Какая-то страна. Обезьяна раз, он достает, щелк этой резинкой. Ага, с рогаткой. Она раз, прячется и убегает. Вот. Вообще. Ну, придумал же кто-то это, и не обидеть, не да покалечить. Да и ты хочешь, еще там вытащишь. Ну, понятно. Там маленько конфеток он ест. Пакетики там, возьми пакетики съешь. Я не буду. Так что. А те вообще наглые обнаглели обезьяны-то. И есть где-то целый город отдали под обезьян. Они там живут в домах, это самое. Размножаются. Да ты что? Сами а я думала, они хозяева. Тут живут, они еще и размножаются, как тараканы, да? Да. И потом вылазят. Обезьяны размножаются, как обезьяны. И это в домах они живут. Потом обезьяны в домах-то не живут, Вова. Кого? Так обезьяны это в домах не живут. Это... Тараканы. Я тебе говорю, это храмы не дома. Вова, потише говорю, посмотри, что обезьяне угодно. Храм. Есть вот эти много. Есть и храм обезьян, да. Есть и целый город. Не могли справиться, отдали это самое. Не знаю, ну, не слышала. В общем, съехали это ну, самое. Ну это городили. Где-то там в Индии, что ли, или да, где-то там. Всего. Где-то это... Да, все, отделились. Просто их не трогают, их не обижают, они живут там себе и живут. Вот, не могли могут ничего сделать. Могут подойти к тебе на головку сесть. Не хочешь, не ходи к ним. Да. Правильно, это то же самое, что вот обезьяны плохие обижают. Тут туристы приходят, вот эти, которые глазеют шары, вот такие. По пятаку у них то сумки отбирают. Да. Да, это свистное. Ты знаешь, куда идешь? По крайней мере, так. Ладно, на такой ноте. Такой у нас ужин. Тем вкусняшек, вкусняшек отличного настроения убирать. Ой, господи, боже мой. Да. Всем пока. Пока. Пока-пока.